Добрый день. В эфире служба информации телерадиокомпании «Губернии 33». Это программа «На всю Владимирскую». Меня зовут Александр Козлов. А гостями программы сегодня станут Евгения Булгакова, участница форума «Территории смыслов 2016», и Елена Анисимова, заведующая отделом общественных связей и проектов администрации Владимирской области. Дамы, здравствуйте. Рад вас приветствовать в этой студии. Сегодняшний выбор гостей не случайен. Дело в том, что Евгения Булгакова на форуме «Территории смыслов» смена была, кстати, посвящена межнациональным отношениям. Получила грант первой степени в размере 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Толерантность. Путь к миру». Елена Владимировна Анисимова курирует тему межнациональных отношений со стороны администрации региона. И вот для нас такое сочетание гостей — это возможность узнать об общей ситуации в области с межнациональными и межконфессиональными отношениями с одной стороны, а с другой выяснить, а какие же новшества в этой сфере, в принципе, мы имеем на данный момент. Евгений, давайте начнем с вас. Насколько мне известно, над проектом «Толерантность. Путь к миру» вы не в одиночку работали, у вас была целая группа. Вот что это за группа, почему вы занялись этим проектом и, собственно, суть этого проекта в чем? Да, нас действительно 6 человек, это наша команда, и все это сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. А база для этого проекта были наши предыдущие проекты, также которыми мы занимались в команде. Это и они были тоже по межнациональным отношениям. Да, это тоже по межнациональным отношениям. Первый проект, это самый первый, это «Владимир интернациональный», где он, в принципе, и сейчас действует. Вот в ближайшее время, в конце сентября, будет неделя дагестанской культуры. Мы хотели бы на нее тоже всех пригласить. Это действует таким образом. Проводится неделя какой-то культуры, и мы знакомимся с ней. Приходят народы, именно проживающие в нашей области, разных других национальностей. И организуется это все с помощью диаспор, которые проживают в нашей Владимирской области. И недавно стал функционировать центр дружбы для детей-мигрантов. Также туда ребята ходят заниматься, и у них также происходит взаимодействие. То есть вы все в своей стезе, вот как в свое время начали с Владимира интернационально, так и пошли. Да. Вот этот вот проект «Толерантность. Путь к миру», его в чем суть? Его суть, мы также хотим гармонизировать межнациональные отношения, но уже немножко другим путем. Там мы знакомимся с культурой, а теперь мы хотим познакомить мигрантов разных национальностей именно с культурой Владимирской области. То есть мы будем возить бесплатные экскурсии для них по городам Владимирской области. То есть туда это входит и Муром, и, конечно же, Владимир. И через вот эти экскурсии мы будем объяснять им и показывать именно культуру нашей области. Мы столкнулись с тем, что они не имеют представления никакого, поэтому происходят иногда и конфликты на этой почве. Просто от незнания. Они не знают, куда обратиться. То есть, а мы им предоставляем эту возможность. Также, конечно, будут и исторические часы проводиться на базе библиотеки, литературные. Потому что языковые какие-то занятия? Да. Ведь часто очень люди, которые приезжают, первое, с чем они сталкиваются, это проблема языковая. Да, это мы заметили сразу, и поэтому мы приглашаем преподавателя из ВЛГУ русского языка как иностранного. То есть он будет заниматься бесплатно с мигрантами разных национальностей. А вот те проекты, которые на данный момент вы уже реализуете, насколько они востребованы со стороны самих людей, тех, вот, которые к нам приехали? Участвуют они очень активно. То есть и они готовы показать именно то, что вот они знают, допустим, на этих неделях. Также активно вот в другом проекте они приводят своих детей, чтобы заниматься и постигать именно вот русскую культуру. То есть, в принципе, зал у нас всегда полный, и никогда никаких отказов или каких-то негативных реакций нет. Мы даже на какие-то другие уже мероприятия совместные, библиотечные, мы приглашаем диаспоры, то есть активно приходят они. А диаспора уже связывается, конечно, с другими людьми. Ну и дальше сарафанное радио, да, одни другим то передали. То есть очень востребовано. Елена Владимировна, к вам вопрос, коль скоро этой темой вы занимаетесь профессионально, да? Насколько наша родная Владимирская область в принципе благополучна с точки зрения межнациональных, межконфессиональных отношений? Ну,
хорошо, что в нашей области все спокойно. Значит, вот по результатам социологических опросов последних, которые проводились в октябре 2015 года, такие результаты, что доля граждан наших, населения Владимирской области, положительно оценивающих межнациональные отношения, 73%. А доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные процент, 74,5%. То есть это показатель достаточно высокий. В среднем по России эти цифры около 50%. То есть у нас это все превышает, и поэтому вот наши граждане так это оценивают. Но помимо этого мы же мониторим и пространство средств массовой информации. То есть по нашему региону никаких конфликтов на межнациональной или межконфессиональной почве не наблюдается. А вот результатом чего такое положение вещей стало? Ну, на самом деле надо признать, что Владимирская область, наверное, для тех, кто едет в Россию из ближнего зарубежья, может быть, и не самый лакомый кусочек, да, к нам едут мало? Или вот та система взаимоотношений межнациональных, межконфессиональных, которая у нас выстроена, она такова, что позволяет вот, держать ситуацию на спокойном уровне? Вы знаете, все-таки, вот на мой взгляд, что тот подход, который выбрала администрация области по реализации государственной национальной политики в регионе, он правильный. Это системный подход. У нас была в 2014 году принята государственная программа Владимирской области «Укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов, проживающих во Владимирской области». Эта программа принята до 2020 года. И там весь комплекс мероприятий запланирован, который как раз способствует гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Помимо этого, в этой программе она сформирована таким образом, что там все мероприятия как бы сгруппированы под две задачи. Первая задача – это укрепление единства российской нации, а вторая задача – это этнокультурное развитие народов, которые проживают на территории Владимирской области. Я вот тут предлагаю немножечко эту тему чуть-чуть разукрупнить, просто, ну, мне кажется, это ключевой момент, да? То есть сплочение российской нации – это, ну, некий объединяющий, да, вектор. А этнокультурная самобытность, поддержание этнокультурной самобытности, это, собственно, сохранение той идентичности национальной, да, которая есть у каждого народа. То есть это, с одной стороны, две разнонаправленные задачи, да, но, с другой стороны, работающие на одну цель. На одну большую цель. Ведь все мы знаем... На межнациональное согласие. Да, конечно, потому что Россия... Она веками складывалась как многонациональное государство. Это наша большая сила. Естественно, укрепление единства российской нации – это прежде всего, что все мы, независимо от национальности, прежде всего граждане России. И для нас первично то, что мы граждане России, а потом уже наша национальная и конфессиональная принадлежность. С другой стороны, так как наше государство, оно многонациональное, задача стоит, чтобы не потерялись наши традиции, традиции народов, которые веками проживают на территории России. Поэтому задача сохранять и развивать их культуру, их традиции, чтобы это никуда не ушло. Язык. И поэтому эти две задачи, они общие, они не противоречат друг другу. Наоборот, они играют на одну общую цель. Это укрепление нашего государства. Мы когда с Еленой Владимировной связывались перед этой программой, выяснилось, что наша программа по укреплению единства российской нации и... Еще раз подскажите. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Владимирской области. Проживающих на территории Владимирской области, оказалось в числе лидеров не просто в ЦФО, как мы часто бываем в числе лидеров, да, а по всей Российской Федерации, на каком мы месте и, собственно, что нам позволило до этого места добраться. Да, ежегодно Федеральное агентство по делам национальности – это новая структура на федеральном уровне, которая как бы как раз занимается реализацией госнацполитики, проводит конкурсный отбор региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народа. В каждом субъекте такая программа принята. Вот. И, естественно, все субъекты присылают эти программы на этот федеральный конкурсный отбор. Эти все программы рассматриваются, и вот в этом году наша программа заняла второе место по Российской Федерации. Хочу сказать, что в конкурсном отборе в этом году участвовали 73 субъекта Российской Федерации, 68 попали в число победителей, остальные просто даже не попали, да? И вот из этих 68 субъектов Владимирская область заняла второе место.
впереди нас только город Севастополь. И то он нас опередил, потому что им дали повышающий коэффициент. Они первый раз в этом конкурсе будут участвовать. Такой, да. Порядок. А мы второй год, нам уже никаких повышающих коэффициентов не дали. Поэтому мы на втором месте. То есть мы набрали 96 баллов из 100 возможных. И мы, в общем-то, гордимся таким результатом. Это признание политики администрации Владимирской области в сфере межнациональных отношений. Немножечко назад. Это по итогам программы 2016 года так оценено, да? Да. А если мы берем там 15-й, 14-й, 13-й, там мы на каких позициях были? Смотрите, программа впервые была принята в декабре 2014 года. Угу. Только была принята в декабре 2014 года. И в 2015 году, сразу после ее принятия, мы первый раз подали эту заявку на конкурсный отбор программ. И мы заняли тогда 33-е место. Это в 2015 году, когда первый раз. То есть за год у нас 31 позиция вверх. Да, да. Угу. Естественно, так как программа была новой, мы только ее разработали, только начали этим заниматься, поэтому, наверное, такой вот результат — 33 место. Естественно, за вот практически год мы эту программу совершенствовали. То есть, во-первых, и бюджетные деньги немножечко туда как бы подтянулись побольше. То есть победители конкурса получают возможность финансирования со стороны федерального бюджета? Конечно. То есть в 2015 году мы получили из федерального бюджета порядка 1,7 миллиона рублей. В этом году мы получили порядка 2,4 миллиона рублей федеральных средств на реализацию мероприятий вот этой программы. Вот. Естественно, это все говорит, наверное, прежде всего о работе администрации области в этом направлении, что вот мы заняли второе место. То есть туда вошел большой комплекс мероприятий дополнительных, которых не было в 2014 году и в 2015 году. Вот у меня в этой связи какой вопрос. Вот сейчас у нас, назову так, Евгений сотоварищи, да, всех я не знаю, разработали новый проект, да, вы наверняка тоже о нем осведомлены. Вот. Тут, наверное, к обеим гостям вопрос. Насколько, на ваш взгляд, вот этот проект может быть успешно интегрирован в существующую ныне систему работы в сфере межнациональных отношений? Ну, вот проект, который Женя презентовал на территории смыслов, который получил высокую оценку экспертов, он, в принципе, продолжение проекта, который получил поддержку из областного бюджета. То есть прошлый год, в 2015 году, тоже вот творческая команда библиотеки, ну, социально ориентированной некоммерческой организации, есть у нас такая Академия профессионального образования, они подали к нам, у нас тоже вот в рамках программы «Укрепление единства российской нации» предусмотрена грантовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по межнациональному сотрудничеству. И как раз вот эта группа подали к нам проект по открытию Центра социально-культурной адаптации детей мигрантов на базе вот библиотеки, областной библиотеки детей и молодежи. Да, детей и молодежи, да. И этот проект оказался в числе победителей. У нас тоже есть конкурсная комиссия, которая оценивает проект и посчитали возможным поддержать этот проект. Да. Они открыли этот центр. Насколько я помню, даже 15 ноября было открытие этого центра. 15 января 2015 года центр открылся, он стал работать, он стал востребованным. И вот, пожалуйста, продолжение этого проекта, уже проект, который подавали в рамках образовательного форума. Кстати, что-то я этот вопрос упустил, а надо бы, наверное, просветить наших зрителей, да и самому просветиться. А вообще, если говорить о национальном составе на территории Владимирской области, что мы, собственно, имеем в активе? Ну, естественно, наша территория, она в основном представлена представителями русского населения. У нас по результатам переписи 2010 года 96% русских. Дальше 0,9% это украинцы. По 0,5% это татары, 0,5% татары и 0,5% армяне. А дальше уже это азербайджанцы, таджики, узбеки, башкиры и другие. А всего сколько национальностей? Ну, более 100 национальностей, по-моему, 115 национальностей по результатам переписи 2010 года. Как-то вот эти люди объединены, там, я не знаю, в диаспоры, в какие-то национальные объединения, в такие объединения, с которыми можно было бы работать. Ну, как именно с организацией, да, не с каждым конкретным человеком, а аккумулировать людей? Конечно. На территории области зарегистрированы 22 общественные национальные организации. Естественно, они объединены по национальному признаку. Это армянская организация, дагестанская, азербайджанская и так далее.
Естественно, администрация области прежде всего работает с руководителями этих организаций, и практически все руководители организаций входят в общественный совет, который создан при губернаторе области. Он так и называется — Совет по межнациональному и межрелигиозному взаимодействию. Угу. Туда входят вот представители наших национальных зарегистрированных общественных организаций. То есть совместно принимаем решения, советуемся по многим вопросам. Поэтому это все такая коллективная работа, то есть органы власти без поддержки некоммерческого сектора в лице наших руководителей национальных и религиозных организаций, ну, наверное, бы не достигли тех успехов, которые позволяют нам говорить о том, что наша ситуация в области достаточно спокойная. Опять-таки, вот хочу все-таки, чтобы обе гости мне ответили. Вот на ваш взгляд, что нам на территории Владимирской области необходимо, чтобы еще более развить вот, и укрепить ту ситуацию, которую на данный момент достигнута у нас? Вот что, на ваш взгляд, необходимо сделать? Какие меры должны быть приняты? Елена Владимировна, у нас Евгения давно молчит, а хотелось бы услышать. Как вы думаете? Ну, мне кажется, именно вот эти проекты, которые мы реализуем, именно они и будут давать вот этот положительный результат, так как там во всех проектах присутствует взаимодействие, то есть мероприятия, в которых и русские, коренное население участвует, и население разных национальностей. И то есть при вот этом взаимодействии люди больше узнают друг друга, культуру, и нет уже вот такой негативной реакции, непонимания, которая вообще, допустим, в некоторых регионах присутствует. А вот у нас мы ее тоже не заметили. Вы же, если не первый год уже реализуете по межнациональным отношениям проекта, вы должны, наверное, представлять, да? А с какими в основном сложностями люди, которые у нас к нам приезжают и потом у нас оседают на ПМЖ, да, с какими сложностями они сталкиваются, да, что самое, может быть, болезненное, да, это именно социокультурная адаптация или все-таки, ну, скажем так, взаимодействие с официальными органами, если ты не знаешь языка и структуры организации, наверное, и это сложно, да, вот что самое сложное для них, как думаете? Ну, как бы, как мне кажется, мы заметили, именно языковые вот эти сложности, они, конечно, преграждают путь, допустим, в некоторые какие-то структуры, там, организации на более, может быть, престижную работу. А некоторым людям, может быть, хотелось бы этого достичь, а возможности нету. Но и также и, ну, у некоторых, допустим, мусульманских стран, у них, конечно, кардинально другая культура. И русские люди привыкли жить совершенно по-другому. И, конечно, это непонимание, оно тоже присутствует. Уже начиная, допустим, со школ, как бы ребята, родители выставляют немножко другие правила ребятам, а наши, допустим, родители совсем другие. И вот, конечно, непонимание это иногда, конечно, присутствует. Но, думаю, все равно не так сильно, как в некоторых других регионах. Елена Владимировна, на ваш взгляд, что требуется в первую очередь сейчас? Во-первых, еще раз хочу сказать по нашей программе, да, комплекс мероприятий там направлен, начиная с детей с самого раннего возраста. То есть прошлый год победил проект, в рамках которого была разработана программа для детей дошкольного уровня по толерантности. То есть там разработана такая программа для наших детишек, которая позволит им показать, что такая русская культура, и что человек, который к нам приезжает другой национальности, он типа такой же человек, только с другой культурой и с другими традициями. И вот это вот переплавление этого всего дает как раз нам тот результат, который нам нужен. И поэтому детишек с самого начала надо этому учить. Вот такая программа у нас разработана для детей дошкольного возраста. Она сейчас проходит лицензирование в департаменте образования. Такая же программа разрабатывается для детишек младшего школьного возраста. Поэтапно будем переходить дальше, понимаете? Потому что это должно быть построено во всех учебных учреждениях, чтобы это с самого раннего возраста детям преподавалось и показывалось. То есть взрослого человека уже не переделаешь, взрослый, да? Ну, понимаете, мы все, вот наше поколение, мы родились и выросли в Советском Союзе. У нас на каком-то генетическом уровне... И даже никуда не переезжают. Да, мы понимаем, что такое. Мы раньше говорили, что это дружба между людьми. Мы же не как-то не делили себя по национальностям, да? Поэтому у людей нашего поколения здесь есть уже генетическая такая закалка.
А вот именно с молодежью, с детишками надо работать. Надо работать, и на это направлено много мероприятий нашей программы. Хорошо. У нас, мне сообщают, не так много времени осталось, а у Евгении мне бы хотелось бы поинтересоваться, поскольку вы непосредственный участник территории смыслов, да, и в такой, в общем-то, непростой смене участвовали межнациональные отношения. Вот сама по себе смена, тот состав участников, который в ней был, он тоже... Насколько он был межнациональным? Вот действительно ли это представители многих народов там участвовали? Да, действительно, это многонациональная смена. Эта же смена проводилась первый раз, то есть раньше их не было. Народы были более 100 народов разных национальностей из огромного количества республик. Даже были из других стран. То есть, а наши диаспоры, Елена Владимировна, участвовали в да, этой смене? Да, у нас там были представители нашей дагестанской диаспоры, армянской диаспоры. И даже среди участников этой смены был наш имам Ринат Хазрат, который у нас... Ну, это тоже так. Да, да, представитель религиозной статус. Мусульманской организации. Евгения, коль скоро вы прошли через горнило конвейера проектов, расскажите, как это все происходит? Ну, сначала все ребята приезжают туда с уже отправленными работами. То есть проект вы готовите до выезда и отправляете организаторам. Да, да. Так. Уже регистрируем и так далее. То есть это очень долгий процесс. Вот. А потом приезжаем туда, и уже до допуска вот этого всей презентации допускаются не все, и допускаются 100 проектов. Далее нас делят на лектории, и там примерно по 25-27 человек мы защищали свои проекты перед экспертной группой в 4 залах. На защиту дается 3 минуты. С одной стороны, это, конечно, очень мало, и на вопросы 2 минуты. То есть, конечно, первый раз с этим столкнулась. Тут это еще провернуть надо. А другие проекты видели? Ну, видела, конечно. Но это, опять же, больше познакомилась с теми, которые были в моем зале, скажем так. Есть интересные разработки, которые можно было бы, может быть, и у нас как-то поиспользовать? Ну да, конечно, есть. Но мне кажется, мне показалось, вернее, больше было более узких проектов. У нас он направлен не на конкретную какую-то национальность, а там были вот больше выбраны какие-то отдельные, допустим, взаимоотношения с народами. Там, или наоборот, это вот именно русскую идентичность, подчеркивание. То есть... Общего, вот такого национального, как такового, не было. Хорошо. Ваш проект «Толерантность. Путь к миру», когда он, собственно, стартует и с чего он начнется? Стартует он уже в октябре 2016 года, то есть это буквально вот уже в ближайшее время. И то есть заканчивается... у вас сейчас горячая пора в библиотеке. Да, да. И заканчивается он в 2017 году в сентябре. То есть, в принципе, он год реализуется. И начнется он, как мы думали, или с такого открытия, с праздника, или же с экскурсии по Владимиру. То есть это будет что-то яркое, что привлечет внимание. Это не будет какой-то, допустим, первый исторический час или урок русского языка, а именно вот яркое событие, чтобы сразу привлекло большое количество национальностей. Вообще показать нам есть чего. Да. Почему это бы не показать? Так. Почему бы не показать? У нас, к сожалению, заканчивается время, хотя я понимаю, что тема межнациональных и межконфессиональных отношений настолько безгранична, что часами по ней можно разговаривать, но эфирное время у нас ограничено, поэтому вынужден свернуть программу, но надеюсь, что мы с вами, с обеими еще неоднократно увидимся и побеседуем на эту тему. Напоминаю, гостями программы сегодня были Евгения Булгакова, участница и победительница форума «Территория смысла» 2016, и Елена Анисимова, заведующая отделом общественных связей и проектов администрации Владимирской области. Евгения, Елена Владимировна, спасибо вам большое. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. До встречи.